Уж если говорить правду, на Целину я выехал как на пикник. Мама и отчим сделали мою жизнь легкой и беззаботной. А тут завезли меня на самый край света. Нам хлеб просить. Самый край света, чтобы сделать хлеборобом, земледельцем. Хлеб я до этого видел только в магазинах, но твердо решил стать трактористом и героем. Женя, Омега, где ж ты свои резиновые сапоги оставила? Да ты понимаешь, я думал, здесь совсем сухо, но и променял их в поселке на гитару. Сумасшедший! Неужели вы росли и учились вместе, а? Чего ты, Райка, захлебываешься? Секрет, ой! Фамилия? Омега Евгений. Простите, я больше не буду. Небось, мечтаешь стать трактористом? Да и тот трактор увидите, какой я. Но как ему доверить трактор? Все. Теперь все. Настя, Настенька, Стасюшка, скажи, в каком ухе звенит? В левом. Так я и знал. Что за года, Костик? Ты моя судьба. Целинных и залежных земель, неукротимая молодежь, мы все как один станем здесь, станем стеной, товарищи! Ну зачем ты в Филе везде произносишь речи? Работай молча. Хочешь, я буду тебя дергивать? Очень хочу, Рая. Ты только молчи. Не могу, понимаешь? Не могу молчать. Ведь это же историческая минута, товарищи! Рождается новый город, и мы все как один... Докладываю. Город Майбалык родился. Поздравляю. Спасибо. Вы отгрузили нам соль, топоры, муку? Нет еще. Так мы ж без соли выехали. Поймите, товарищ Панов, без соли. Ваш рабкоп даже не зашел. Нагрузил машину водки и уехал. Наш рабкоп? Где этот осел? Я уже здесь, Павел Ильич. Вы деятель. Убить вас мало. Пожалуйста. Ошибку свою признаю, не возражаю. Пожалуйста. Товарищ Панов, сейчас же посылаю машину за солью. Если наш рабкоп вздумает ее грузить водкой, отправьте его в сумасшедший дом. Пожалуйста. Ну что вы за человек? Лев Николаевич. Бородавка. Чтоб к утру здесь была соль. Пожалуйста. Злые бури над нами кружили, и свистя сухо ветер.
ребята, товарищи! Мы герои целинных и залежных земель. Мы все как один станем здесь, станем стеной. Опять этот фили-энтузиаст. Опять культ-сектор. Ну скажи, пожалуйста, от самой Москвы. Ну чего ты нас агитируешь? Хватит, хватит. Ну черт с вами, не буду больше. Налейте только чайку. И встал стеной наш комсомол. Молчи. Мы неукротимая молодежь. Молчи. На перо. Нельзя нам без духового оркестра, товарищи. Ну, невозможно. Я музыкант. Три инструмента у меня уже есть. Туба, альт, кларнет. Ну и барабан, конечно. И чтобы все у нас было хорошим, чистым, добротным. Чтобы башни без огрехов, урожай без потерь. Чтобы зерно мы засыпали весь мир. Чтобы дома были красивыми. С палисадниками. И чтобы сирень цвела у каждой калитки. И чтоб скамеечка на двоих возле самого общежития девушек. Спасибо, дядя Вася. Вкусно? Осенью будет куда вкуснее. Вкусен хлеб, когда его сам вырастешь. И ради этого иной пойдет на самый край света. А правда говорят, дядя Вася, что вы лучший шеф-повар из Киева, что вы там квартиру оставили, службу и старушку. И старушку. Эх, Ефросинья Поликарповна, простишь ли, найдешь ли своего неслуха? Хорошие новости. Завтра прибывает бригада Хаваша Атабаева. Это лучшая бригада в области. Чего ты все время крутишься, юла какая-то? Чахну по ней. Ночей не сплю. Женечка, клянусь, я все-все для тебя сделаю. Ты ее, Раиса, от других парней оберегай. Ладно. Столько их сюда чертей понаехало, кошмар. На каждом шагу парень. Ага. Хорошо, Райка, что мы сюда с тобой приехали. Правда? Очень хорошо. Я не виноват. Проснуться, а ты обнимаешь. Ой, теперь смеяться будешь. Ну что ж, смейся, так мне и надо. Нет, не буду смеяться. Ты только не бойся меня, ладно? Ладно. А ты забудь, что я тебя во сне обнимала, ладно? Постараюсь. О них уж книга написана. Сам Хаваш Атабаев. Это который Атабаев? Второе место в республике. А кто они? Атабаев собрал их из первых целинников. А вот год назад они были такими же зелеными, как мы. А сейчас о них книжка написана. А что? Вы
вызовем их на соревнования, а? Ребята, товарищи, пойми ты, Дзюба, они из нас неумельцев обязаны мастеров сделать. Заездят еще. А ведь верно? Пусть учат нас. Ребята, а чем мы хуже? Вызвать их. Нам на отколку. Ну и что? Да мы неукротимые молодежь, мы неукротимые энтузиасты. Пойди лучше разбуди Омегу, он первый нас подведет. Женя, Женечка, вставай. Жень, уже на курсах занятия начались. Женя, вот увидишь, выгонят тебя. Вот и еще люди приехали. Шевелись, шевелись, девчата, наш клиент жадный любит. Дядя Вася, откроем наш ресторан сегодня. Назовем его Герой Целины. Ребята, товарищи, ведь это же незабываемая минута. Товарищ Атабаев, пусть кто-нибудь другой. Я посижу. Руки что-то дрожат. Волнуйся. Да? Это очень хорошо. Свой первый шаг тракторист помнит всю жизнь. Давай. Залезай в кабину. Включай первую. Молодец, молодец. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте, товарищ Омега. Разрешите обратиться? Обращайтесь. Вы, наверное, думаете, вот зачем такой я приехал сюда на Целину, да? Хотел бы я это знать. Дайте только трактор, вы увидите, какой я. Не увижу. С курсом выгоню. Трактора не доверю, отдам под суд. Теперь все. Звонить первый обед. Раздать миски, ложки. Товарищ директор сервосовхоза Майбалык. Первый ресторан открыт. Первый обед готов. Люди соскучились по горячему. А что касается неудобств, то ведь и Робинзон ел свой первый суп и без стола, и без скатерти. А кто из нас ему не завидовал? И что может быть дороже первой кривой печки, слепленной кое-как нашими девчатами, и поэтому особенно милой? И только у меня нет аппетита. Не получается из меня хлебороб. С курсов выгнали, да еще и под суд хотели отдать. Но трактористом я все равно буду. Вот увидите. Какой я. Да уже видели, какой ты тракторист. Водовозы пойдешь?
Это я? Водовозы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я спрашиваю, согласен идти водовозы? Так тоже нельзя, товарищ директор. Я на подвиг поднялся. Приехал на Целину, на край света. Я все бросил. Телевизор, пятый разряд, сборную команду. А вы меня водовозом ставите. Это меня-то. Женьку Омегу. Павел Ильич, это для нашей бригады, я говорил вчера. Водовозом ставят. От меня-то Женьку Омегу. Ну что, больше не справишься? Ну да. Всю жизнь мечтал стать водовозом. Специально приехал сюда за 5000 километров, чтобы сесть не на трактор, а на старую клячу. А мы все? Хуже тебя? Вот мои руки, посмотри. Вот наш труд, видишь? Женька, в чем дело? Оля, ради тебя приехал сюда. По тебе с ума схожу. Делаю глупость за глупостью. А ты любишь другого? Никого у меня нету. Понимаешь, нету. И не целоваться я сюда приехала. А тебе я запрещаю об этом говорить. Значит, уеду отсюда. Уедешь. Ну и сколько тебе дорожка? Спасибо за дружбу. Девочки, держите Фросю. Она идет на свидание к котику. Пустите. Ой, не ходи, Фросик, не делай глупости. Завидуете, да? Тебя за руку! Фросик в таком ухе звенит. Ты сказал, что в левом? Он скажет, что угадал, что ты его судьба. И тогда держись, Фрося. Девочки, откуда он все знает? Проучить бы его, девочки. Откомандируйте меня, девчата. Разыграй его! Ладно, разыграю. Только чур не мешать. Маруся, Маня, Манюня, скажи, в каком ухе звенит? В левом. Так я и знал. А ты что загадал? Котик. Ты моя судьба. Любишь? Слушайте, товарищ Сусликов, когда вы, наконец, уймете свои африканские страсти? Чёрт-тил что! Хоть бы ты его свезла в ЗАГС, Маруся. Ну, конечно, в ЗАГС. Правда, котик? Это мой жених, Илья Петрович. Разрешите завести его до ЗАГСа? Ну что ж, пусть садится. Только в кузов. Маленькие наши города. Да, пока они маленькие, конечно. Но в них уже наехало 500 000 простых тружеников, специалистов, агрономов, механизаторов. Потому что на знаменах моей родины написано «Мир, хлеб, жизнь». Правильно вас, бригадир. Свети, мой Казахстан.
И не жалко тебе дать всю силу молодости, всю нашу любовь. Правильно, бригадир. Наша бригада не пожалеет сил помогать вам. Учить будем молодых трактористов, но требуем не давать спуску лодырям. По нашему договору за таких отвечает бригада. Крестите из лодырей душу. Ну зачем же так перегибать палку? Правильный у нас бригадир. Ну, знаете ли. Женя, не уходи. Кто это? Не уходи. Если можешь, прости меня, Рая. Жесток я был по отношению к тебе и жестокостью кончаю. Передай Ольге, что люблю ее больше жизни. Нет. Или ты и вправду чужой здесь, турист. Ведь ты же не такой, Женька. Знаю, не уйдешь. А если уйду? Уйдешь? Бригаду подниму. Любишь? Молчи. Люблю. Потому и ударю сейчас в набат. Не с места! Привет первому дезертиру. Почему бежишь? Неравный брак. А ты? Тренируюсь кроссу на дальней дистанции. Вот хорошо. А то одному и топиться тошно. Вдвоем тонуть, конечно, веселее. Туши костер, жених, быстро! Это я его толкнула. Он говорит, уйду. А я ему и выпалила. Давно, говорю, пора. И вот оно что получилось. Вот тебе и дружба. Сторожей, что ли, к нему ставить? Может, и лучше, что сбежал. А почему же лучше? Ну, какой интерес нам соревноваться с Атабаевым, если у нас в бригаде такой фрукт, как Омега? Все равно подведет. А сейчас мы сильнее, больше шансов на победу. Я не хочу такой победы. Ты будешь праздновать победу, а твой товарищ всю жизнь будет ходить в пятном дезертира, да? Правильно она сказала, Газиз Аспанович. Конь о четырех ногах и тот спотыкается. Твой конь за два месяца только из нас что-то спотыкался. То о курсы, то о трактор, то о печку. Спотыкач какой-то не конь. На колбасу такого коня. Я еще в газету напишу, пусть знают, кого нам прислали. И отчиму напишу. Ну что ж, пиши фельетон. Отчиму пиши. Топчи его, добивай. А ему помочь надо. Она права. Надо помочь. Искать будем. Вернуть его и спасти от ошибки, это и есть дружба. Только... Не говорите пока ничего Атабаеву. Ага. Почему не говорить? Атабаев все знает. И я вам не конкурент. Берите моих коней, скачите все, ищите. Спасибо, Хаваш. Дай мне коня. Какой ты все-таки, Идрис, балда. Балда. Мы, комсомольцы, не союзная молодежь, заклеймим позором. Да не трещи, не трещи, погоди. Но мы, комсомольцы, выполним задание, не остановимся. Какие дела там? Дела? Дела в порядке, и они всегда со мной. Дело с протоколами, дело с директивами, списки на уплату членских взносов, общая переписка, и все дела подшиты. Подшиты? Подшиты. Да, дела. Дела-то подшиты, а дела-то нет. Вот в чем дело-то. Почему от тебя люди бегут? От несознательности. Я их начал агитировать от самой Москвы, а они... Разбегаются. А ты побольше молчал, парень. Говорил бы с ребятами простыми словами о простых вещах. Помог бы скрасить им бивачный быт. Глядишь, и не было бы дезертирства. А ты? Эх, сухарь, бумажная душа. Ну, хор, что ли, организуй? Хор? Я, Газиз Аспанович, за всю свою жизнь не спел ни одной песни. Ни голоса у меня нет, ни слуха. Ну, надо, понимаешь, надо. Понимаю. Ну, раз надо, обеспечь. Ну, вот.
Это уже человеческие слова. Зачем ты здесь? Бегу с вами. Бегу от стыда. Как будто от стыда можно убежать. Женя, ведь все знают, вместе учились. Вместе сюда приехали. Как смотреть людям в глаза? Куда скрыться от горя? Идрис утешит. Может, потому и бегу. Что же получается? Ради меня приехал. Из-за меня бежишь? Не знаю, Оля. Дурак ты, Женька. Милый, набитый дурак. Детективы, судить их надо! Да что это в самом деле? Ну зачем они нам? Куда их? Раскудахтался курица! Не верим, не нуждаемся в них. Не говори за всю бригаду. Нет, скажу, мы им не верим. Мы обойдемся без них. Не мычи, Микола! Мы! Рая! Ишь ты! Скажите нам, товарищ парторг, есть такой закон, чтобы заставить нас принять их? Не хотите принять их? Слышите, что говорит народ? Ну что ж, пойдемте, ребята. Куда же он и теперь? Атабаев берет их в свою бригаду. Вот почему? В той бригаде считают, вырастить лучший урожай – это еще полдела. Людей при этом вырастить из такого сырья, как эти друзья. Вот это, говорят, задача. Боюсь, товарищи, вам будет не по плечу соревноваться с такой бригадой. Дюба! Будешь водовозом? Будет. Буду. А ты прицепщиком? Ага. Опять у нас новый водовоз. Да он и к лошади не знает, как приступиться. А паренек какой симпатичный. Удавиться. Да что вы, товарищ водовоз, она у нас такая смирная, такая послушная, да ее вверх ногами можно ставить, вон посмотрите. Качать, товарищ водовозку! Селедочку принес? Нет. А масло? Нет. Мыло привез? Нет. А беломор? Нет. Пиво привез? Нет! Макароны привез! А муку-то привез! На крышу его! Черти! Дуроломы! Я привез вам детские галоши! Обе здоровья! Пей его сам на здоровье! Галоши закуси!
Кнутом, да? Но ведь можно же сработаться. Можно найти общий язык. А? Ну. Зачем вы это сделали? Вот убейте меня, Газиз Оспанович, иначе не могу. То есть? Я номенклатурный исполнитель. Мне скажут, сейте плевелы, посею плевелы, пожалуйста. Разведите слонов, разведу слонов, пожалуйста. Завезите в совхоз одну только водку. Пожалуйста, завезу водку. Везите соль, пожалуйста. Характер у меня... Газиз Оспанович, исполнительской, непрекословной. Сегодня мы переходим к вопросу о втором блюде. Что такое пшенная каша? Пшенная каша – блюдо народное, питательное и вкусное. Но если ты ту же кашу будешь готовить без души, и станешь кормить ею клиента 3 раза в день в течение 3 месяцев, клиент тебя убьет, а суд его оправдает. Готовя кашу, вари ее с любовью. Пережарь также жир в лук и клади. Нет луку, сильно пережарь свинину, чтоб шкварчала шкварка, и клади. Нет свинины, клади говядину, консервы, масло, то, что есть. Дядя Вася, а если кроме пшена больше ничего нет, тогда как? Ведь бородавка одни детские калоши привез. Если кроме пшена ничего нет, тогда вари кашу только с любовью. Клиент тебя оценит и, может быть, не допустит убийства. Вот ведь как нехорошо получилось. Каждый нашел свое место. Кто с топором, кто на курсах. И только у меня непонятная профессия. Но ничего, скоро начнется пахота, там я еще себя покажу. Газету написал? Написал. И отчиму написал? И отчиму написал. Ах ты, товарищ! Балда. Кирпич! Ребятушки, я и сам вижу. Как осточертели вам суп и каша.
унылых блюд таких. Стал я скушен вяленьким, стал я скушен вяленьким. Пороховку тащите, пороховку! Он Мазурик привез 26 мешков соли. А мясо, лук, макароны забыл на базе? Поводи землю, плюв разрад. Сытый базы силами, сытый базы силами. Ничего, ничего сюда он ехал, на беду простых ребят. Ничего, ничего сюда. Дискредитация! Буду преследовать. Супка каша, но чего бы нам не есть, можно полностью нам жить. Важный стих перевернуть, остальное как-нибудь. Важный стих перевернуть, остальное как-нибудь. Да не каши, кушай, Саша, нету каши, нету жизни. Лучше поезд по книжек, лучше поезд, лучше поезд, лучше поезд по книжек. Товарищ Дзюба, и вы, товарищ Атабаев, приехали депутаты из сельсовета, товарищ Парторг просил собрать всех. Хорошо. Слово имеет председатель Карашовского сельского совета Хафиза Бейсенова. Наш сельсовет большой, есть и в Европе государство, меньше нашего сельсовета. Мы очень рады вам, новым соседам. Совсем пусто было здесь. Справа холхозы, слева холхозы. Алинды, она уже такие совхозы были. А сюда совсем ничего не было. Большая дыра. Скачи 5 дней, дыма не увидишь. А под конем чернозем. Теперь дружить будем, как говорится, русская пословица. Не в тесноте и не в обиде. Где ж твой хор? Пусть поет гостям. Понимаете, Газис Асланович, не организовал еще? Безобразие, чтоб был хор и танцы для гостей. Что это в самом деле? Обеспечу. Все, закуривай. А вот и филинтезиаст идет. Опять культсектор. Свой шарман. Ой, пусть он молчит, он еще опять речь скажет. Сиди, не мешай, посмотрим, сколько часов он может разговаривать. Ой, ну нельзя ж так, ребята. Ребята, товарищ, споем, ребята, песню, а? Вон и депутаты из сельсовета идут. Споем, ребята, вот эту. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Поем веселее, пусть нам... Правильно, Филя, давно бы так. Да. Вот будешь петь, будем любить. Будешь говорить, можем побить. Ой, Филя, давай споем нашу целинную, а? Поемте, ребята! Злые бури над нами кружили, и свистя суховели мне лили, но они в сердца закалили, покорителям новой земли. Понимаете, идут дела, вот черт, а! Подскажите мне еще что-нибудь, Газис Асланович. Организуй вечерами танцы. А перед танцами обзор газет и известия по радио. Но у нас сегодня гости, организуй только танцы. Танцы? Да-да-да. Понимаете, у меня характер не танцевальный. Нет, не могу. Безобразие. Гости же. Танцы. Вот черт. Женя, подожди! Женька, милый, ты же настоящий человек! У тебя же характер! Ну.
Народный оркестр. И депутаты сельсовета приехали к нам в гости. Пойдем сюда, ребята. Здесь будет удобнее. Выходите. Начнутся танцы. Синий круг! Понимаете, Газис Аспланович, это же дело, это же не папки, бумажки. Я организовал с ребятами библиотеку, устраиваю завтра читательскую конференцию. Подскажите еще что-нибудь, Газис Аспланович. А еще тебе надо энтузиасту влюбиться. То есть как? То есть так, совсем по-человечески. Ну, не могу. Надо, понимаешь, надо. Ну, раз надо, обеспечь. Целовала меня. Видел? Думаешь, любит? Пожелай ни пуха, ни пера. Пошел к черту. Пойдем танцевать. Ой, опять пуговочка отрывается. Какой ты медведь, Идрис. Пришьешь, Оля? Угу. Пошли. Руки отваливаются. Ну что ж, если сел на бочку, могу стать и барабанщиком. Твоя, как стон, девичье сердце замрет, но песни твоей не услышит он, и грусть твою не поймет. Я б запретила на целый свет
девчонкам любить ребят. Уж если любить, то в 40 лет, а то и в 60. Уж если любить, так в 40 лет, а то и в 60. Есть хочешь, да? Ну, что я тебе дам? На вот газету. Холодно. Сейчас принесу тебе плащ с плеча самого товарища Бородавки. На вот, ешь. Купил тебе манных круп, детской муки, маслины. Товарищ Бородавка знает, что завести. Не жалко тебе лошади? Жалко. А меня вам не жалко? Да нет, тебя не жалко. Вот видите, лошадь вы и ту жалеете. А я поднялся на цельну от горячего сердца. Ну, посмотрим, из какого материала ты сделан. Если ты кисель, жалость тебе не поможет. Если настоящий, не жалеть тебя, поддержать надо. Вы поддержали, как веревку повешенного. Водовозом сделали. Это меня-то, Женьку Омегу. А Женьки и шапка. Вот отчим у меня, замечательной души коммунист. Ну, что я ему напишу? Дескать, поздравь меня, папа, я уже водовоз. Хороший водовоз в случае плохого агронома. Начал ты водовозом, поднимешься в трактористы и кончишь, может быть, героем со звездочкой на груди. С какой бы стороны ее носит-то? С левой. Значит, вот сюда бы ее и приспособить. Ладно. Вы еще увидите, какой я. Постой немного. Сейчас поедем. Она любишь Митрофана? Да. Люблю его. И только его. На всю жизнь. Ну и уходи. И никуда не пойду. Давай вместе взяли. Выбирай. Зачем мучиться? Если так, конечно, он. Завтра в степь. Бригадирам проверить еще раз готовность бригад. Сегодня же получайте продукты. Кстати, а как там работает этот морячок Омега? Хорошо работает. Молодец, парень. Объявите ему благодарность, приказчик. Говорит Москва. Радио Кофе. Начинаем передачу, посвященную новоселам целинных земель. Вызываем Ольгу Кошарову из совхоза Майбалык Казахской ССР. Ой, Оля, тебя! Оля, наверное, мама!
родная. Тысячи материнских сердец бьется полной любовью к вам, смелым героям и патриотам Родины. Пусть же не сгибается ваша воля, не остывают молодые сердца. И я знаю, что ты, Ольга, моя дочь, не будешь последней в великом походе на Целину. Крепко тебя целую. Мама, она Комсомольск на Амуре строила. Вызываем Константина Сусликова. Мама, и у меня мама. Здравствуй, милый котик. Говорит твоя жена Люба. Я рада, что ты так смело борешься за высокий урожай. Спасибо тебе за твои письма. Только не скучай, милый котик. Крепко тебя целуют Тоня и Таня, наши близнецы. Ну, котик, выбирай. Или ты сам напишешь Любе о своих сердечных делах. Или мы напишем. Да, говорю. Кто? Того. Где? Где, где, рядом. Это я-то? Ну чего ты пристал, скажи, пожалуйста, зачем спрашиваешь? Между прочим, Ольга, больше не зови меня водовозом. А кто же ты? Я теперь начальник водоснабжения 3-й бригады зерносовхоза Майбалык Министерства совхозов Казахской ССР. А ведь верно. А как же? Мне доверено напоить в безводной степи 32 человека и 11 машин. Дзюб пьет по ведру, а душ, а кухня. Один твой Идрис бочку воды изведет. Мой Идрис. Совсем он не мой. Ну зачем мы в прятки играем, Ольга? Ты мучаешься, Идрис мучается, Райка мучается, Филя мучается, я мучаюсь. Какая-то первичная организация добровольного общества мучеников. И я председатель. Ну ладно, я приму меры. Ты примешь меры. Какие? А ты не думай об этом, Женя. А ты не думай об Идрисе. Я лучше сойду. Такие дни начинаются, а ты с глупостями. А ну тебя. Конечно, если у тебя вместо сердца шестеренка. Но, холера! Шестеренка, говоришь. Чего же она так бьется, на части разрывается? Почему болит моя шестеренка? Так и складывались две судьбы. Я на бочке. Идрис на тракторе. Он не сделал еще ни шагу. И хоть нет у него пока ни побед, ни ошибок, а он уже весь сияет. Ему доверили проложить первую борозду. Ну что уж тут врать. Сижу на бочке и горько завидую. Почему он, а не я? Чем я хуже? И пусть он лучше не зазнается и не задирает нос. Еще посмотрим, кто будет впереди. Ведь в этой первой борозде не только его труд, но и труд его товарищей. Ну ладно. Что стоят все мои огорчения, когда на наших глазах меняет лицо Казахстан, и не узнаешь тихую степь? До самой ночи езжу я на водовозной кляче по этому шумному миру и кажусь себе маленьким-маленьким. Женя, мега здорово! Дай кружку. Слушай, как дела? Женя, а правда, что мы обогнали бригаду Атабаева? А в Москву на выставку кто едет? Женя, письма привез? Куда не приедешь, везде вопросы, вопросы, вопросы. Что я вам, водовоз или справочное бюро? Ну ты давай отвечай, а то тебе сейчас салазки закну. Победа, ребята, победа! Обогнали Атабаева! Значит, Чуба едет наш на выставку? Ага, кто впереди? А Идрис как? Как у Ивченко. Вот читайте ежедневную газету. Ой, газета! Интересно. Так, бригада Атабаева 48 га, бригада Дзюба 56 га. Впереди Идрис Нагайбаев 6 га. Женя, мы сегодня впереди, у нас 7,5. Да, учтите, товарищ редактор, у Идриса авария. Видите эту пустую посуду? Я отобрал ее сегодня у Степы и Котика. Они выпили ее одним духом и свалились. Да, и трактор Идриса уже полсмены стоит. Наша редакция
немедленно заклеймит позором этот гнусный поступок. Котик и Степа пропивают нашу победу. Правильно, Женя, так их. Это ты придумал газету? Угу. Филя и Райка помогают. Энтузиаст не отходит от Раисы. Но разве их сосватаешь? Начну с тебя. Эх ты, председатель мучеников. Как же ты думаешь меня сосватать? А я уже разговаривал с Дзюбой. Он не возражает перевести тебя к Адрису. Хватит вам из-за меня мучиться. Ну, знаешь что? Не суй нос не в свои дела, сваха. Сваха. И все у меня не как у людей. Думал стать трактористом, сел на бочку. Мечтал стать женихом, стал свахой. Бревно, не буду с ним работать. Слушай, как Атабаев? Долго догонять его будем? Обогнали Атабаев. Что? Обогнали, читаешь дневную газету. Атабаев 48, Дзюба 56. Слушай, гони скорее в бригаду. Вези мне прицепщика, вези любого. Нельзя стоять. Я мигом. Давай, Женя. Ольгу сейчас привезу. Стой! Не надо Ольги. Не надо твоей помощи, не надо ничего. Обойдусь без нее. Тут и намучаешь с ним, еще и по шее накладут. Вот ведь канитель какая. Ты что-нибудь понимаешь, Серый? Врешь. Ничего ты не понимаешь. Вот возьму и привезу ему Ольгу. Не сидеть же ему без прицепщика. Но! Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуй, начальник водоснабжения. А что это у тебя там на бочке? А это наш ежедневный орган. А, молодцы. Брат, иди на великолепную газету, что я выдумал. Да тут сами, бригады. Молодцы, молодцы. А куда это ты так гонишь, рысью? Павел Ильич, Идрис простаивает, он остался без прицепщика. Подбросьте ему нашу Ольгу машиной. А почему Ольгу? Она только что сменилась. Ты говори правду, ну, что еще выдумал? Павел Ильич, говорю вам, как отцу. Пусть Ольга помучается одну только смену, зато всю жизнь будет счастлива. Павел Ильич, пусть они помирятся. Из-за меня рассорились. Переживают оба, как в кино. Душевно прошу, Павел Ильич. Ох уж эти ваши переживания. Коля, давай за Ольгой. Страсти, мордасти какие-то. Ничего не поделаешь, Павел Ильич. Любовь. Почему все мрачны? Зачем нос вешать? Что же теперь делать, товарищ Атабаев? Плясать на радости. А ужели этот шпингалет на свою голову? Вот они и дают нам жизни. Ничего, ничего, хлопцы. Хашмандар жигиттер. Цыплят по осени считают. Это ты, Насырбай, день и ночь не вылазил из бригады Дзюбы. Учил этого Идриса. Выучили, по 8 раз смену рвет. А что было делать? Обязались помогать? Чего Байназар нос воротишь? Если из Идриса получился тракторист, хорошо. А тебе что, обидно? Обидно, что не ты, а Дзюба поедет с ним в Москву. А ты ему платочком махать будешь. Нагоним. Нагоним. Как дела, Насырбай? Совсем плохи дела. Вы нас далеко обогнали. Просто беда. Вон, две машины стоят без воды. А Жамиля наша пропала. Дай воды, Жень. Вот это для меня задача, Насырбай. Почему задача? Я вам учил, Идриса. Это не задача. Прошу каплю воды для трактора. Это уже задача? Почему задача? Дать вам воды. Обгонит нас Атабаев, ты в Москву уедешь. Правильно, уедут. Дай воды, Женя. Не дать вам воды, вы обидитесь. Учили нас все-таки. Ну? Дать? Или не дать? Вот в чем вопрос. Эх ты, дурная башка! Не нужно мне твоей воды. Как думаешь, Серый, дать им воды или нет? Дать. Ну, Серый! Бери воду, Насырбай, езжай в Москву! Ну вот твой
Давай, прицепщик. Начальник Павел Ильич, водовоз – самая низкая ступенька большущей лестницы. И упирается эта лестница в самое небо. И людей на этой лестнице надо мной просто страсть. Даже повариха стоит надо мной и распоряжается. Даже прицепщица для меня высшая сфера. А трактористы, а бригадиры, а директор совхоза, управляющий, министр. Бывает, лестницу перевернут. Тогда нижняя эта ступенька становится выше всех. Конечно, бывает. Да где уж мне маленьком? Маленький, а пытаешься помогать сильным, не жалея себя. Тужишься устроить их счастье. Эх, парень, нелегко тебе с нижней ступеньки. Нелегко, Павел Ильич. Своими руками Ольгу другому отдаю. Никогда ее не забуду. Никогда. Павел Ильич, переведите меня в другую бригаду, чтоб я на чужое счастье не оглядывался. Хорошо. Потерпи недельку, а потом сдавай бочку. Человек ты выходит настоящий. Вот что, пошлю-ка я тебя на курсы трактористов. Вы мне доверите трактор? Да я тебе, Женька, черт, не только трактор, я тебе потом бригаду доверю. И вот увидишь, не будет в наших степях бригады лучше твоей. Спасибо, директор. Хороший ты человек. Разве забудешь этот разговор? Разве уснешь, когда в сердце вошла такая радость? Скоро и мой огонек поплывет степью рядом с другими. А Ольга? Ну что ж, не сломила меня любовь к ней, а сделала сильнее. А дождь скоро кончится. Не кончится, не бойся. Вот хорошо бы он шел неделю, месяц, правда? Угу.
наконец-то я возвращаюсь с курсов. Никогда не росла здесь пшеница. А сейчас не узнал я нашей земли. Заколосились хлеба, как море шумят. И странно, не терпится поскорее добраться до нашего Майбалыка. И чем он дорог? Почему рвешься в него, как в родной дом? Павел Ильич, можно? Да-да. Товарищ директор, Олег вернулся. Ну! Я слегка в собольстве. Здравствуйте, товарищ директор. Здравствуйте, товарищ Омега. Разрешите обратиться? Обращайтесь, обращайтесь. Тракторист Омега по окончанию курсов прибыл. Прибыл. Он приехал, друг сытный. Начинаем уборку. Люди нужны, люди. 12 новых комбайнов стоят. Эх, нам бы сейчас человек 20 механизаторов. Есть только 16. Как-то откуда? 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 Павел Ильич, вы только не ругайтесь. Ну-ну-ну. Я встретил на вокзале танкистов демобилизованных. Так. Армия сокращается. Сокращается? Ну и уговорил их к нам приехать. Молодец. Ребята, товарищи! Доверим Омеге вспахать порозду, а? Ну, молодец. Ехали танкисты, ой, не на войну. Ехали танкисты, да на целину. Веселые, красивые, все видные с собой. И лишь один печален, ефрейтор молодой. Веселые, красивые, все видные с собой. Сердце братца рвется в город карнавал. Ждет там, не дождется пара синева. Лукавые, пугливые, любимые глаза. Но он мне почему-то ни слова не сказал. Лукавые, пугливые, любимые глаза. Но он мне почему-то ни слова не сказал. Чудак Иван Петрович, в чем же здесь беда? Пора наполнить жизнью просторы этих мест. Давно пора бороться с вихваткою небес. Пора наполнить жизнью просторы этих мест. Давно пора бороться с вихваткою небес. Авария! Шина лопнула! Что тоже? Авария! Меня тоже! Это почему же такая остановка? Авария! Ехать-то полкилометра. Вот он, наш Майбалык. Ну так я побегу, милок, вперед побегу. Идите, Поликарповна, дядя Вася ждет. Небось, не дождет, а? От чемодана я вам доставлю. Хорошо. Идите прямо по дороге. Хорошо. Не заблудитесь, мы вас догоним. Вот она. Последняя борозда на целине, и это мой первый шаг. Ну все, вот теперь все. Батюшка, что это кричал? Это тракторист Омега вспахивает последний метр целины. Нет больше целины, гражданка. Вся целина. Как это нет целины? А куда это я попала? Ну нет целины, нет. Ну, нет. Ты мне за эти слова ответишь, я не посмотрю. Женя, Омега! Ну, баню там баню! Блаженство неземное. Женька, как не стыдно? Где Идрис? Оля, Оля, смени венчик. Где водовод? Воды, воды давайте! Воды! Мэло, воды, глаза ест. Ах ты!
ты старый хрыч, вот я покажу тебе неслух. Ой, Варя Карповна, ты ли это душечка? Я, Васечка, здравствуй, старый. Здравствуй, Варя Карповна. И почему ты меня всю жизнь не слушаешь? Мыл воды. И где этот окаянный водовоз? Аскать надо. Ну, попадись ты мне. Один водовоз. Ага. Ну, где у вас целина? Здесь целина. Мы из тебя, браток, человека сделаем. Женим тебя здесь. Имейте в виду, у меня характер. Ничего, обомнешься. Походишь по нашей земле, обомнешься. Земля у нас новая, сильная.